Эх, знал бы этот чувак, то что я его сейчас убью поломанной рукой вообще. Так, с Новым годом! С новым счастьем! А перед началом моего видеоролика хочу вам порекомендовать подписаться по ссылке в описании на канал Сергей Студио. На этом канале присутствует очень красивое оформление, и Сергей очень часто стримит. Ссылка на него в описании, обязательно подписывайтесь. И всем привет, с вами я, Гера, и сегодня мы вместе с Греймодом поиграем в SkyWars на сервере Hypixel. Всем привет! И сегодня я буду играть с зимним ресурс-паком, и это только первая тема, также я хочу там рассказать кое-что про зиму, и вообще много чего хочу рассказать. И, в принципе, ролик получился у нас очень классный, мы его, в принципе, уже засняли. И, в принципе, давайте приступим к нашим каткам. Поехали! И наша первая катка уже прямо сейчас начнется, и Греймод, ты готов тащить? Нет. Блин, не готов. Ну ладно. Короче, да, у меня сегодня вообще несколько тем в этом видеоролике, но давайте в первой катке я расскажу про первую тему, а это очень классный ресурс пак. Кстати, ты с каким еще за ресурс паком играешь? С дефолтным. Не, ну как бы профессионалы играют с дефолтным ресурс паком. Ну а я играю с очень классным PvP зимним ресурс паком. То есть, да, чтобы вы не подумали, то, что это обычный там зимний РП, нет. Я искал именно PvP зимний РП, чтобы с ним было удобно играть. Вот, и, в принципе, я нашел, только меня сейчас сольют, нет, меня не сольют, я жив. Слушай, ты там живи, пожалуйста. Это, типа... Я умру уже. А, ну ладно, ничего страшного, давай, наверное, попытаюсь затащить, в следующий как-то уже там вместе постараемся затащить. Короче, добрый вечер, люди, добрый вечер, убиваем, все отлично. О, 2 килла я сделал, даже 3 килла я уже сделал, и, пожалуй, нужно забрать вот эту броню. Так, забираем броню. Опа. Это железное. Слушайте, здесь так прикольно. Я думала, то, что зеленое это, короче, алмазы, а это оказалось железо. Вот. Кстати, в дефолтном ресурс-паке твоем каким цветом алмазы? Голубые. А у меня красно-белые, как у Санта-Клауса, да? Вообще, как у Деда Мороза. Слушай, а когда Новый год? Я забыл. Новый год? Он вроде был. Что? Он вроде был же уже, нет? Нет, мы еще в 2018, к сожалению. Короче, значит, ладно, то мы потом в следующей катке обсудим, а в этой катке у меня, да, PvP зимний ресурс пак. Ссылка на него обязательно будет в описании, надеюсь, то, что я его смогу найти, чтобы оставить в описании. Но РП очень годный. Фух, меня чуть не слили. Короче, РП реально очень годный. Также вообще сейчас расскажу все, что мне в нем нравится. Короче, мне в нем очень нравится меч. Он как бы, ну, вообще очень классный, PvP-шерский, реально просто офигенный меч. Так. Я жив, все хорошо. Я жив, окей. Я не понимаю только, почему они по мне так много урона наносят. У меня же как бы железная и алмазная броня, а они по мне так много урона наносят. Слушай, они плохие. Нет, они просто на тащерском ресурс-паке играют. Просто читерские ресурс-паки, понимаешь? Да, у них там вообще читерские ресурс-паки. Да, вот ты, короче, играешь без читерских. Так же просто посмотрите на эти партиклы. Партиклы в этом ресурс-паке очень классные. Ну, давайте я про ресурс-пак, в принципе, расскажу что-то в следующей катке. И уже все остальное буду рассказывать. Поехали. И наша следующая катка уже прямо сейчас начнется. Грэмми, ты вообще готов тащить? Конечно, нет. Ну ладно. Короче, кстати, ссылка на Грэмми обязательно будет в описании. Обязательно подписывайтесь на него, смотрите его видеоролик со мной. И, ну, слушайте, вы так у меня часто вообще спрашивали, типа, Гера, как ты так вообще тащишь? Ну, а я вам могу сказать, я пью перед записью молоко. И, значит, записывали мы с Грэммидом видео, и, надеюсь, вам будет интересно. Ну, значит, записывали видео, ко мне такая, заходит мама, приносит мне молоко. Короче, выпил я молоко, и все, мы затащили катку. И сейчас, я надеюсь, затащим следующую катку. Слушай, а ты вообще перед записью что пьешь? Я пью вообще кефир. Он вкусный. Да, кефир. А у тебя сейчас есть с собой кефир? Конечно, есть. Попей, чтоб лучше было. Сейчас. Как ты стрелял туда и пил одновременно? Я правой рукой... Нет, я левой рукой пил. Правую на правую кнопку мыши нажимал. Ясно, слушайте. Не, ну в принципе Грэмот жесткий. Вот, да. И, так, какой-то чувак, мы его убиваем. Не знаю, как я там ударил на таком большом расстоянии. Ну, в принципе, это я читер. Я ж перед записью молоко пил. Вот, просто вот вы сейчас увидите, как бы, силу молока. Слушай, тут идет чувак. И да, кстати, недорассказала там про ресурс пак. Короче, ресурс пак очень классный, в нем очень классная партика, также очень прикольная броня. Броня вообще прям офигенная, зеленая, красная, разноцветная. Яблоки очень прикольные, похожи вообще на снег. Сейчас покажу вам яблоки. Так, давай бей его, бей. Молодец. Так, давай. Еще один чувак. Мы его убили. Вот, эти яблоки очень они красивые. И кефир. Да, и кефир тоже очень вкусный, и молоко вкусное. Итак, прыгаем сюда. Я уже чувствую эти комментарии, знаешь, типа, а, Гера, ребенок пьет молоко. Ой, просто.
Не надо такой бред нести, серьезно, потому да, что... Да, то пельмени, то пицца, то кефир, ой, молочко. Да-да-да, вообще прям. Так, убираем еще вот этого чувака. И вообще, ну, как бы, какая суть этого видеоролика? Как бы, во-первых, это очень хороший ресурс-пак, с которым я играю. Кто там вообще жив, нет? Нет, не слили. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, давайте я все равно попытаюсь затащить. Ну, ты почти дожил. Вот, почти дожил. Рекорд. Так, жесткий чувак. Меня бьет он. Обалдеть! Как же мне повезло. Обалдеть. Твоя любимая фраза. Не, ну, кстати, выжил. Да я понял то, что он выжил, но мне вообще повезло жестко то, что я его в конце так откинул. А, так. Пьем спиды. Я как бы вообще пью молоко и кефир, но пожалуй, сейчас выпью спиды. И да, вообще, какая тема этого видеоролика? Тема вообще, как бы, про ресурс-пак это самое главное. Ну, а второе, вообще, как бы, я решил то, что буду делать, как бы, смешные видеоролики. Вот, как бы, надеюсь то, что у меня это получается. Про кефир. Так. Кефир, да. Угу. Я жив. Да, я решила то, что я буду делать смешные эпичные видеоролики. Я надеюсь, то, что у меня это получается. И вообще, как бы, многие писали вот под предыдущим роликом то, что вау, классно, смешно. Вот такой, типа, контент мы и хотим. Надеюсь, то, что это правда. Вот, конечно, типа... Сейчас, секунду, надо убить этого человека. Надо с ним покончить. Он, походу, этот умный, как, короче, какой-то слишком. Сделал себе там супер крутую броню. Он кефир просто пьет по утрам. Не, ну походу этот чувак кефира вообще перепил. Вообще, и кашу, кстати, по утрам кушает. Да, и кашу по утрам кушал вообще. И, короче, следующая вообще тема видеоролика, что я хотела рассказать, это то, что я поздравляю всех с зимой. Конечно, лето лучше, но зима тоже хорошо, поэтому, да, поздравляю всех с зимой. Не умрите от холода, не простудитесь, и все у вас будет хорошо. И вообще, да, хотела еще рассказать, что я вообще делаю зимой. И, типа, вообще много чего хотела рассказать, но большинство я расскажу, конечно, в следующей катке, но кое-что и здесь расскажу. Кстати, чувак тут поднялся, зачем тут туда? Непонятно, зачем? Чего у меня эндерперлов нету? Слышишь, один чел на АФК вообще стоит, а другой, этот, такой вот сложный, который кефир перепил, короче, он наверху на башне стоит. Чувак сложный, который кефир перепил. Итак, да, получается, смотрите, вообще, да. Наступает зима, то есть этот видеоролик выйдет 1 декабря. Это значит то, что наступила зима. А зима это время года, самое вообще самое лучшее время года. Поэтому обязательно подписывайтесь. Короче, да, надеюсь то, что вам тоже нравится зима. В принципе, мне зима нравится. Конечно, лето нравится больше, но зима... Не, ну вот, после, вот когда Новый год, больше я от зимы ничего не ожидаю. Да, вообще... В принципе, жиза. Короче, да, зима это хорошо, потому что есть Новый год, а на Новый год, конечно же, все что-то дарят, и, в принципе, что ты делаешь? Микрофон. Кто-то микрофон роняет. Эх, знал бы этот чувак, то, что я его сейчас убью поломанной рукой, вообще. Так, с Новым годом! С новым счастьем! С Новым годом! День рождения! Да-да-да, 3 хп у чувака, ну ладно, 2, ладно. 4. Он как бы выжил, его проблемы, вот. Так, давайте, наверное, вот так вот сделаем, вот так вот. И вот так вот, слушай, я переживаю, то, что он сейчас, короче, телепортируется, такой, здравствуйте. Короче, знаете, зачем много чего еще хотел рассказать про зиму? Ну, в следующей катке, я так понимаю, да расскажу. Ну, короче, мне зима нравится, в принципе, вообще желаю всем хорошо провести зиму, пережить ее. Как бы хорошо отпраздновать Новый год, правда, Новый год не скоро, но, кстати, у меня в школе каникулы должны были начаться позже, но они начнутся раньше. Это очень даже классно, честно сказать. Я прям реально очень рад, потому что каникулы это хорошо, а еще и это зимние каникулы, они длятся целых 2 недели. Это офигенно просто. Так. Здравствуйте. Ну, все, короче, это easy win, потому что он в закрытой местности, он отсюда уже никак не вылезет. И мы его благополучно убиваем. И приступаем к нашей последней, следующей катке. Поехали! И мы решили сыграть вообще, как бы, не на Скайварсе, не в Doubles, а мы решили сыграть 2 на 2 дуэли, потому что мне уже толком, как бы, нечего рассказывать. Но самое главное, я хотел для вас, у вас вообще спросить. Пожалуйста, это мне реально вот очень важно. Вот я у вас часто много чего спрашивал, но это, наверное, самое важное, что я сейчас спрошу. Короче, пожалуйста, напишите обязательно в комментариях,
Вообще, нравится ли вам такой формат видеороликов? Там, где я как бы шучу много с кем-то, или сам даже когда снимаю. Там, где всякие эпичные катки. То есть, просто всякий смешной контент. Потому что мне кажется, то, что у меня это получается делать, я это могу делать, потому что как бы я и в жизни веселый, и в роликах могу быть веселый. И надеюсь, то, что вы хотите видеть такой контент. Но, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях, прям вот обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы такое видеть. Итак, сейчас убьем мы этих людей. Хопа, скидываем Опа. Всех. Так, все, Очень... мы выиграли, просто эпично заключили. Итак, еще раз повторюсь, обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы видеть именно такой контент, там, где я постоянно шучу, там, где очень все эпично, очень смешно. И если нет, то напишите, что вы хотите видеть. Возможно, только ресурс-паки, или челленджи, или еще... Лицо Геры. Да, короче, вот, да, может еще ролики про поломанную руку, ладно, шучу. Седьмой ролик. Да, короче, обязательно это напишите, и, в принципе, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, оставляйте свои комментарии, и всем пока-пока.